там штука, и тот маленький кадр, снизу пакету, дерево. Такая некоторая пауза возникла, потому что за неимением людей кормиться на этой сцене я выполняю роль конференсье, но так как сейчас я буду петь песни, поэтому я представлю вам своего старого друга, замечательного журналиста и организатора процесса, и он будет говорить что-то, а я буду включать гитару. Александр Кушнир. Первый вижу Кушнира с флейтой в руках. Может, играешь? Олег Сахмаров, который только что меня представлял, сделал большую ошибку, что дал мне микрофон, потому что он не знает, о чем я буду говорить. Мне очень хотелось рассказать про моизм организаторов со стороны клуба, которые сделали таким образом, что 1500 человек стоит на улице. Но я скажу им спасибо большое, что вы находитесь здесь и низким кланяюсь за все то, что они сделали. В 6 часов сегодня, когда вас здесь еще не было, мы провели пресс-конференцию для журналистов. И это была первая пресс-конференция за последние несколько лет, когда журналисты не задавали мудацкие вопросы. Илья Кормильцев. Но я вас немножко повеселю. Мы познакомились лет 12 назад, когда он родился в «Вышли крылья». Он мне позвонил, сказал, что хочет приехать познакомиться, что это не телефонный разговор. Сам приехал без пафоса всякого. А я был такой молодой, наглый, московский продажный журналист. Ну, впрочем, каким сейчас я остаюсь, вы знаете. Ну там, взятки, все дела, ну метро, Земфира, глюкоза, братья Грим. Так вот, про Кормильцева. Кормильцев приехал ко мне домой, мы не были знакомы, и начал со мной говорить на языке, это был 95 или 96 год, на языке человека, я ничего не понимал из того, что он говорит. Он говорил какие-то такие слова, маркетинг, CD-ROM. CD-ROM я вообще не понимал. Пошаговая пресс-поддержка, Наутилус Помпилиус я понимал, больше ничего не понимал. Короче, когда я попросил его на доступном языке мне объяснить, он сказал, что группа Наутилус Помпилиус хочет выпускать CD-ROM. Ну, собственно, от него Олег Сахмаров недалеко ушел, потому что через пару лет он пришел ко мне домой и произнес слово «интернет», а я подумал, что Олег сошел с ума тогда, потому что непонятно. Вот, но другое время было. Боюсь, что ты до сих пор обо мне так думаешь. Мы друзья. Вот, и смысл монолога Кормильцева был такой, что группа Наутилус Помпилиус первая в русской истории хочет выпустить CD-ROM про себя. Вот, и он попросил, чтобы я написал историю Наутилуса, а я очень в пафосе находился, поскольку я писал гениальную книгу «100 магнитных бомб советского рока», и Наутилус меня вообще не интересовал. Вот, и я такую неаккуратную фразу сказал Илье. Я говорю, Илья, ни за какие деньги. Илья так улыбнулся, назвал сумму, и я сказал, я согласен. И
я буду говорить, пока группа строится, потому что, ну, за 12 лет общения с этим человеком было разное, и... вы знаете, у меня есть в жизни, наверное, 3-4 кумира. Кого-то из них вы знаете, кого-то не знаете. Карпинцев один из них. Это 14 свободных языков, о которых он говорил. Когда я с ним общался у него на кухне, чувствуешь себя конченным мудаком, потому что ему периодически звонят с разных стран, и он там легко общается, у него особенно блестящий итальянский. Вот, и, а потом он возвращается к нам в Россию и говорит: ну что, Кушнир, а что мы там с тобой? Я говорю: да, Илья, мы там страдаем. Вот. И он был один из первых, кто вместе с Геми Шиговым начал в середине 90-х часто ездить в Лондон и привозить Melody Maker, New Musical Express, New Rolling Stone, всякую прессу. Мы сидели на кухне, и поскольку у него блестящий английский, он переводил интервью. И я говорил ему: слушай, Кормильцев, а почему же английские музыканты так классно дают интервью? Почему они говорят про мифы и легенды короля Артура, про поездки в Гоа, про наркотические трипы, про, там, я не знаю, про то, какие дуры, азис, мудаки? Вот, когда же наши музыканты уже начнут давать такие интервью? Прошло 10 лет, так и не начали. Так получилось, что несколько лет назад, после еще большого перерыва, сказал, что хватит безобразничать, и решил записать новую книгу. И там первая глава была про Гриба Шикова. И я решил показать ее Кормильцеву. Только Кормильцеву. Кормильцева никогда не было в своей квартире в Москве, он всегда ее снимал. Это группа Олег Сакмаров начала свою первую композицию. Ваши аплодисменты. А я типа МС. Мы говорили, и это была очередная съемная квартира Кормильцева. Я ее с трудом нашел, он всегда жил в какой-то там жопе Москвы. Вот, это была очередная. Я сказал: Олег, вот это, Илья, это глава про Гребенщикова. Позвони завтра. Прочитай, скажи, что ты думаешь. Я забыл, что Кормильцев очень быстро читает. Очень быстро. Я говорю в настоящем времени, потому что, ну, я не осознал того, что произошло. Я осознаю, что у входа в Б2 сейчас стоит 500 человек без билетов, потому что Кормильцев умер, я не осознал. Но просто не могу поверить. И он позвонил минут через 40, я еще не успел доехать до дома. Обратите внимание, какая прекрасная музыка за моей спиной играет. И он позвонил и сказал: таких книг в Европе очень много. И такими книгами называли на целые магазины. И я очень обломался, я подумал, что я написал очередную хуйню. А он продолжал говорить: но в России таких книг нет. Ты когда это пишешь, дай мне почитать. Я забыл про этот разговор. Я написал книгу, но Кормильцев умер. Она называется «Хедлайнеры». Я посвятил ее памяти Ильи Кормильцева. Давайте ему похлопаем. Кто ты сейчас? Ты открыл эти двери и вошел в мир. Каково там, Джим? Каково там? Джим! Эй, Джим!
какие песни поешь, тому стихи читаешь. И открыл эти двери, и вошел в них. Скажи, есть ли свет в конце тоннеля? Наступающий сплин одолел мне сразу ветро. И не сразу петлей затянулся замкнутый круг. Кошка, страсть, не скреби наши души когтями. Отпусти на покой, с рецидивом мы справимся сами. По форме подобные надгробья. От земли хризантемы уходят реки и истоки. На ремне судьбы зловещие шрамы обиды. О, финальный покой соблазни нас печальным рапидом. Догоревший костер чего-то мучительно жаль. До свидания, грусть. Привет, ледяная печаль. До свидания, грусть. Привет, ледяная печаль. Убивает лютый страх, калечит. Взреветь сквозь сон, расправить плечи. Терпеть до конца, держать удар. Остаться собой, поэтический дар. Разбить тиски, уйти от всех. Пусть говорят, смертельный грех. Помнить предательство, ложь и обман. Зажечь свой огонь, раздуть свой буран. Трудно без тела, горько быть немым. В вязком болоте оставаться прямым. Разить наугад бесплодной строгой. Цепи кружить, поломучить покой. Жульетой лежать на зеленой траве. Узреть Атлантиду в барской Москве. Ходить по воде с верой в любовь. В монгольской степи оставить всю кровь. Догоревший костер, чего там учительно жаль. До свидания, грусть. Привет, ледяная печаль. До свидания, грусть. Привет, ледяная печаль. Каково там? Весь свет, а все, кто на это.
вижу латинский мир. Восторге стонет танго, танцуем, как летим. На свет горячей лампы уйти. В этом танго лети, лети. В этом танго лети. Мечтаем совершить обряд в сиянье ночи, нектар богов испить и обрести ту почву, что даст возможность жить, мечтать и наслаждаться, в стихах печаль излить и в вечности остаться. В этом танго вдвоем, вдвоем, в этом танго вдвоем, вдвоем, в этом танце вдвоем, вдвоем, в этом танго вдвоем. Наш союз велик и непорочен, туманом дышит грусть, финал по ребрам точно. Скори, в этом танго скори, скори, в этом танго сгори. Скори, в этом танце сгори, сгори, в этом танго сгори.
свободу бани, держит солнечные носки, как вот дождик вместе с нами, гравитонами струится, геометрия пространства нам подскажет направление, а земля в пушистый транспорт попадем туда, где ты. Раздается серенадой сладкозвучной, на посту небесный лучник небо, 500 шагов до бездны, приду туда, где не был. 50 шагов до неба, 500 шагов до бездны, хочу туда, где не был. Yeah.
твой мамы знаешь. Скоро поделим все на двоих, стаканы наполним, помянем друзей. Мы, слава Богу, пьем на своих, немного спирта в холодной воде. Крестьянам, деньги торчкам, лайка моментов, банки торговцам, банкиров, шахтерам, стаканы лайкам, светлое завтра, баранам да овцам, банкиров, шахтерам. Светлое завтра, баранам да овцам. Ведь скоро поделим все на двоих, стаканы наполним, помянем друзей. Мы, слава Богу, пьем на своих, достаточно спирта в холодной воде. Раскольников бросил топор и запал на старушку, а мог бы сгубить свою душу за так заполушку. Онегин и Ленский бегут по дорожке упругой, их с детства учили: братва, не стреляйте друг в друга. Онегин и Ленский бегут по дорожке упругой, их с детства учили: братва, не стреляйте друг в друга. От Элба пеленки прогладил и в стопку сложил, прилег к Дездемоне, на большее не было сил. Чапаев бассейник заветной медали плывет, а дома его пулеметчица радостно ждет. Чапаев бассейник заветной медали плывет, а дома его пулеметчица радостно любовь спасет. Любовь поддержит, ей яд подвержен, и не подвержен, как зайдет сладкая морковь. Двуногому нужна любовь. Места по покой, в камине горит зола. Радистка Штирлицу главный свой шифр отдала. Вот скрип по воде, в душе струится вода. И Софья в волнении ответила Чацкому «да». Скрип по воде, в душе струится вода.
каждого Пушкину «Да!». Кому на Руси жить тяжело и противно? Тому, кто любит полосилы неэффективно. Кто любит полсилы неэффективно, любовь спасет, любовь поддержит, ей я подвержен, и ты подвержен, на зайку славная пальба, Спасибо. Это была группа Сакмаров Бэнд. Кормильцев навсегда. Привет, друзья! С нами вместе. Так, я выхожу из роли певца, автора, исполнителя. Возвращаюсь к самому приятному для меня моменту. Сейчас выйдет группа. Одна из моих самых любимых групп, одна из главных групп русского рока. Ну, сами знаете, кто сейчас выйдет. Я даже говорить ничего не буду, они сейчас будут включаться. Послушайте, как они включаются, как они поют. Агата Кристи!